ערב שבת שלום, חודשיים הלכות חנוכה. הוא נעש очень святой שבת, בדרד השם אי חנוכה, אי ראש חודש, אי שבת. Поэтому у нас будет три сефер Торы, это не очень часто бывает. И поэтому очень важно прийти в синагогу, когда открываем Михаил Бедрат Ашем, принимаются все наши молитвы. Поэтому очень святой и важный шаббат. Кроме этого, Беркат Амазон на этой неделе будет самый длинный Беркат Амазон в году. Там есть и Раце, и Але, и Яво. Поэтому Бенишхай говорит, человек, который читает этот Беркат Амазон так, как надо, все три трапезы, Бедрат Ашем, ему будет гарантия, что до следующей Хануки с ним ничего страшного, нехорошего не приключится. Сегодня, Бедрат Ашем, после 3:30 можно зажигать ханукальные свечи. И сначала муж зажигает ханукальные свечи, потом жена зажигает субботние свечи. Когда мы зажигаем ханукальные свечи, они должны гореть как минимум полчаса после выхода звезд. Выход звезд примерно сегодня в 5 часов, то есть они должны гореть еще полчаса. Если человек зажигает в 3:30, они должны гореть как минимум 2 часа. Поэтому нужно взять или большие свечи, или побольше масла. Если нету 6 таких свечей сегодня мы зажигаем, то хотя бы одна свеча должна быть такой, которая будет гореть минимально указанное время, 2 часа от ее зажигания и Бедрат Ашем до выхода звезд. Сегодня вечером, как обычно, кидуш, только, как мы сказали, на Беркат Амазон мы добавляем Аля Нисим. Сегодня вечером в молитве мы тоже добавляем Яале Ваяво, Аля Нисим, Бархи Навши. Завтра, как мы сказали, Бедрат Ашем, три Сефер Торы, Мусав, Рош Ходеш, Ханука. Вечером в синагоге мы зажигаем ханукальные свечи до Авдалы, чтобы продлить шаббат. Дома мы сначала делаем Авдалу, как обычно, Мавдиль, а потом мы зажигаем ханукальные свечи. И говорит Аллаха, желательно каждый шаббат и даже в шаббат Хануку человеку соблюдать шаббат до времени Рабену Там. Это примерно 72 минуты, временные минуты после захода солнце. И те, кто это делает, пишет Аллаха, Бедрат Ашем, получит благословение. Всем хорошего святого шаббата. Ханука самеах, шаббат шалом амурах.